Английский язык Rainbow English, рабочая тетрадь, 6 класс. Упражнение 8 в юните 4, это у нас раздел по чтению, reading. Итак, прочитайте текст и напишите ответы на вопросы после него. Сначала читаем, потом переводим и отвечаем на вопросы. American Homes. The United States of America is a young country, but it has an interesting history. You can see some of its history in the styles of their houses. Nearly 400 years ago, when people from Europe came to America, they lived in very simple huts. But later, they built houses in the styles of their home countries. A lot of new Americans were English. So the first towns of such states as Virginia and New England copied English towns. Nowadays, nearly all Americans live in towns or cities. Many of them have houses with garages for one or two cars. There is usually a big modern kitchen in a house, a living room, a playroom for children. Upstairs, there are two bathrooms and three or four bedrooms. Young Johnny sleeps in one room. His sister has a room too. Their parents sleep in the third room, and there is often a room for visitors. Questions? Перед вопросами давайте переведем. Американские дома. Соединенные Штаты Америки – это молодая страна, но у нее интересная история. Вы можете увидеть некоторую часть из ее истории в стилях или в дизайнах их домов. Примерно или около 400 лет назад, когда люди из Европы приехали в Америку, они жили в очень простых хижинах. Но позже они построили дома в стилях, можно сказать, или такого же стиля, как они были в их родных странах. Много новых американцев были англичанами, поэтому первые дома таких штатов, как Вирджиния и Нью-Ингланд, копировали, то есть подражали, можно сказать, английским городкам. В наше время практически все американцы живут в маленьких городах и в больших, то есть towns and cities. Это именно как большие, такие как мегаполисы практически. Многие из них имеют дома с гаражами на одну или на две машины. Переводим с конца, так как там конструкция there is. В доме обычно большая современная кухня, гостиная, игровая комната для детей. Upstairs имеется в виду наверху. Не на крыше, а второй этаж. То есть upstairs – это вверх по лестнице, дословно. То есть наверху находятся две bathrooms, ванные комнаты, и три или четыре спальни. Маленький или молодой Джонни спит в одной комнате, а его сестра также имеет комнату. Их родители спят в третьей комнате. И часто еще есть комната для гостей. Вопросы. The US is not an old country, is it? Соединенные Штаты – это не старая страна, не так ли? Мы по-русски отвечаем на этот вопрос «да, не старая», но по-английски обязательно ставим «no, it isn't». У них «yes, it isn't» быть не может. То есть, если здесь идет отрицание, то вторая часть тоже должна быть в отрицании. Тут единственное, что нестыковка, конечно, с русским переводом, но вот на этот вопрос, если мы с ними согласны, отвечаем «no, it isn't». Хотя оно переводится как «да», то есть она не старая. Второе. When did the first people from Europe come to live in America? Когда первые люди из Европы приехали жить в Америку? They came to live in America. Хотя можете написать the first people from Europe и потом только вот этот глагол. Можно сократить просто за и написать они. Они приехали жить в Америку примерно 400 лет ago, то есть назад. Третье. Why do you think many houses in such American states as Virginia and New England copied English houses? Почему, как вы думаете, многие дома в таких американских штатах, как Вирджиния и Нью-Ингланд, копировали английские дома? В таких вопросах ответ, конечно, идеально писать полностью. То есть... I think many houses in such American states as Virginia. Вот это все дописываем и потом только ставим because.
Ну, как бы оно здесь, во-первых, не влазит, во-вторых, зависит, конечно, от вашего учителя. Если он не такой требовательный, то с because можно, в принципе, попробовать начать этот ответ. Так-то для сокращения места давайте вот я с because все-таки начала, потому что много людей приехали туда из Англии. Четвертый. How many bedrooms are there usually in American houses? Сколько bedrooms, спален, обычно в американских домах? Отвечаем, если мы видим эту конструкцию are there. Это наша there, то есть мы с нее начать. There are usually three or four bedrooms in American houses. Но переводим лучше с конца, так красивей. В американских домах обычно, there вообще не переводим, обычно три или четыре спальни.